А мне кажется, что вот этот кадр. Ну это он уже подсказывает. Да, да. Это точно. Это первая подсказка. Мне снимать смотреть балл. Нам надо после первого. Сейчас будет еще одна подсказка, уже на снегу. А это что такое? Это длинные палочки. Сейчас будет со Стивеном Кингом, который машет. Да, это вот билеты подсказки. Конечно же. Здесь 2% все ответит. Ну у нас и бонусный балл, я надеюсь. Я уже не хочу. Потому что заказываю. Вот это подарок. Сейчас пока называется «Зеленая мига». И вот он заработал 100 баллов. Я знаю. Давай, пиши, 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 быстрее. Как же он называется? Отель. Чего, Наташ? Отель, нет? Или Эдвард прокинулся? Мы не будем писать. Наташ, пиши. Нет, это ответственность. Эдвард Трогеножниц. Нет, нет. Тихо, нет, мы посмотрим после следующего. Я узнаю его. Короче, лучше посмотрим вторую. Да, да, пиши. А я сразу сказал. Да-да-да. Твоя мама очень хочет, чтобы ты учился, сынок. Ты не особенно разговорчив. Беги, Форест, беги. А что, громко сказал? Да, очень. Да. 10, 7, 8, 7, 6, 5, Наташа, ты бежишь. 4, 3, 2, даю заработать позже, потому что еще полтора балла и один. Да. Тихо только, пожалуйста. Виноколад кто заказал? Тут нет. Нет. Ну, Андрюха, наверное. Нет. Вы слушаете или нет? Нет, мы хотим, чтобы... Они потом нас забрали. 10, 9, а можно еще Милочку тоже попросить? Что это, блин, блядь? Вот здесь. Спасибо большое. Еда. Я что сказал? Это он какой? Это другой. Нет, это третья подсказка. Это подсказка. Я решил пробежаться. Да прошу прощения. Да, я надеюсь. Ужас какой. У меня уже это... Я думал, прослушали, блин. А? Думал, следующий? Да. Ладно, давай, это нормальная тема. 5, 4, 3, 2, 1. Тарелку. Все, один. Они, получается, Да. Тихо. Экипаж.
Да. Они падают на полз. А там боевой был из 76. Это Машков. Это русский определенно. Это Хабенский вообще. Машков. Тихо. Ничего не изменилось. 8, 7, 8, 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 8. А что, я смотрю? Они что-то дали, может? Два, два, три, не, нормально, да, правильно. На что газон? Да ладно! Хабенский! Хабенский был, да. А у Хабенского не было. Везде. Кто? Тихо. Я знаю. Кто это? Кто это? Марк Уолберг. Блин, зачем дарить? Марк Уолберг? Нет, Том Хэнкс. А может быть следующий? Давай следующий. Подожди, не спеши. Не спеши. Подожди, да. Другой актер. Другой вот. Ты уже написала? Марк Уолберг. Точно? Я думаю, да. А что они ждали? А кто? Мальчик. Это не он. Что, ну блин, первый раз комом. Вы так на 18 месте. Вот он. Это другой актер. Нет, ну это не рад. Вы что, девочка вообще? Вы тихо, никому не рассказывайте из тех. Так может это девочка вообще? Ну что, с ума сошли? Это мальчик. Это мальчик? Да. Океан Рис, а? Нет, не грещи. Давайте сделаем экспелку. Это Океан Рис. Короче, это мальчик. Сейчас посмотрим, мальчик это или не мальчик. Вот это Куба, Куба. Бюргер списал. Ой, нет. А, вот сюда. Киана Ривз. Блин, я жду Киана Ривз. О май гад. Она же что-то торопится, а? Зачем? Мы все равно на первой не выйдем. Кто это был? Ну, хотя бы Киана Ривз это был. Да? Даже последнего не узнали. Киана Ривз, да. Киана Ривз. У меня, кстати, с собой две красные таблетки. А, это.